Эй, друзья! Всем привет! Алекс и канал «Интересная Америка» рады приветствовать вас. В это неспокойное, тревожное время, когда вокруг свирепствует коронавирус и паника, связанная с этим коронавирусом, непонятно даже, что больше и что хуже, паника или сам вирус, мы сидим на карантине, почти все штаты, Калифорния в частности, но такая человеческая натура, ну, хочется куда-то вот вырваться, а мы, поскольку привыкли где-то ползать, где-то шастать по таким местам интересным, мы тоже не смогли удержаться. Правда, мы решили все-таки соблюдать такую важную очень штуку, как социальная дистанция от остальных людей, и выбрали место, где практически нет ни одной живой души. Это место называется Amboy Crater. Кратер потухшего вулкана, который находится по пути к Лас-Вегасу, немножко свернуть вправо с 15-го фривея. Я потом немного расскажу, где он находится. В общем, друзья, вот, позвольте представить вам вот этот вот конус. Это кратер потухшего вулкана Amboy. И мы сейчас туда отправимся. Правда, мы не сможем подъехать очень близко. И оставим машину там на парковочке. И сделаем такой легкий, непринужденный хайк. Погода сегодня хорошая, солнца нет, не жарко. Легкий ветерок такой. В общем, будет интересно. Да, друзья, не забывайте ставить лайки и поддержите канал, если вам интересно, если вам нравится материал, которым я с вами делюсь. И теперь поехали. Поспешил я сказать, что ни одной живой души. На самом деле, вот мы приехали сейчас на парковку, и, раз, два, три, четыре, пять машин стоит здесь. В общем, если в каждой по два человека, то есть, в общем-то, ну, с десяток человек тоже отправился туда, вот к тому самому кратеру. Ну, ладно, будем надеяться, что массового столпотворения там не будет. В общем, все, мы сейчас немножко возьмем водички и отправляемся в наш хайк. Национальный природный памятник Amboy располагается в восточной пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино, штат Калифорния.
представляет собой потухший вулкан североамериканского типа, который возвышается над лавовым полем площадью 70 квадратных километров. Огромное лавовое поле, примерно диаметром 75 километров, окружает этот кратер, потухший вулкан. И надо сказать, что здесь очень жарко. Есть предупреждающие таблички о том, что не рекомендуется здесь гулять летом, поскольку жара может достигать 50 градусов. Здесь нет тени, здесь нет деревьев. Здесь специально поставили такие небольшие там палатки, пару штук, но мы их прошли. Это чтобы человек хотя бы мог просто посидеть в тенечке. Но вообще два случая смертельных здесь были зарегистрированы. Два человека просто бродили здесь, ну, в разное время, правда. Были обнаружены мертвыми, умерли от обезвоживания, шастали здесь по округе, по окраине, вот по этой вот, ушли с тропинки, с трейла. В общем, место такое специфическое. Вулкану, по некоторым оценкам, 80 тысяч лет. Самое последнее извержение было примерно 10 тысяч лет назад. В его жерле есть лавовое озеро. Лава там так же стара, как и сам кратер Эмбоя. Чтобы увидеть жерло вулкана, когда подходишь к нему, необходимо преодолеть небольшой подъем. Здесь нет прямого захода такого, и вулкан, получается, чуть-чуть возвышается над трейлом. Но, в общем, подъем небольшой. Мы поднялись, и вот она, вход в жерло вулкана за моей спиной.
живописный и удиненный кратер Эмбой был популярным зрелищем и остановкой для путешественников по американскому маршруту 66 в Калифорнии перед открытием межштатной автомагистрали 40 в 1973 году. В этом же году кратер Эмбой был определен как национальный природный памятник. Иду по краю кратера, значит, конечно же, мы уже видели Писга-кратер, который, кстати, неподалеку здесь тоже находится. И там гуляли по лавовому полю, он был чуть-чуть выше даже. Этот кратер не такой высокий, его жерло не такое впечатляет, может быть, после того, как мы еще побывали в Долине Смерти и увидели Убеэбе-кратер. То Эмбой кратер это, ну так, впрочем, для общего развития можно по нему походить. Гораздо больше впечатляет вот это вот огромное 75-километровое лавовое поле. Сам кратер уже очень сильно осыпался, и жерло, оно, в общем-то, довольно обросло так вот травой, таким как легким пушком, надо сказать. Вот, но, в общем, в середине 20 века этот кратер был единственным, который путешественники, путники и вообще те, кто двигался по 66-й дороге, могли увидеть вообще в США. На самом-то деле вулканов-то в США не так и много. Это тоже нужно учитывать. Так, ребятки, нашли здесь какую-то лужу. Дождей здесь не было уже несколько дней, но что-то тут еще осталось. О, а тут живет кто-то. Сейчас посмотрим. Ребятки, тут какие-то обитают... как их назвать-то, я не знаю, там, водяные жители, что ли. Не знаю, на кого они похожи, но это личинки, ну, типа как головастики, потом превращаются в лягушек. Вот тут такие вот штуки, панцирь у них такой вот есть, хвост, два шипа каких-то. Надо будет посмотреть в интернете, что это за чудо-юдо панцирное. Их тут очень много. Я не знаю, они, видимо, живут, пока вода есть. Вода высохнет, и кирдык им будет. Да. Есть побольше, есть поменьше. Вон там побольше. Вот дно вулкана. Не очень высокое. Не очень заполненное. Уже практически за столько сотен лет его засыпало. Поэтому...
в общем-то, вот так вот. Second chances, and I know that I'm not perfect, and this probably sounds really selfish, but I hate that I'm not with you. I just wish that I could tell you that my this time is the truth. I lost the trust, I understand, but do I have to be that man? It's unthinkable, but about me, are you thinking about me?